самый молодой, дальнобойщик, он хочет создать свою группу на сайте и назвать ее «Дети дальнобойщиков». Саш, скажи что-нибудь для ребят, какие бастуют, какие хотят добиться отмены бастуют. Во-первых, уважение всем тем, кто бастует, кто против отмены Платона. Потому что Платон – это зло. Особенно хочу выразить нашему дорогому 05-му региону. Мужики, молодцы, держитесь. Вы настоящее единство и братство. А полностью Россию хочешь поддержать, нет? Конечно, Россия. Мы молодцы. Но хотелось бы ожидать лучше, потому что мало бастует. Хотя бы на несколько дней. И встать всей России. Тогда у нас точно все получится. Спасибо. А нашему другу в Ротенбергу что ты хочешь сказать? Сейчас неприлично, я бы ему факт показал. А я бы больше показал факты. Держитесь, мужики. Чтоб было все хорошо. Ребята с Дагестана, мы вот липецкие, тут хоть нас немного, мы целиком и полностью вас поддерживаем. Вы стоите, вы настоящие мужчины. Мы просто гордимся, что вы у нас есть, мы постараемся все это сделать и как бы поддержать вас полностью. Целиком и полностью поддерживаем. Привет от Липецка, держитесь. Я против Платона и желаю, чтобы его отменили. Я то же самое, тоже против Платона, за полную его отмену. Против Платона, против акцизов. Отмена Платона. Ребята, Дагестан, держитесь, мы с вами. Я плачу исправно государственные налоги, а поборы не хочу платить. Ребята, мы вас полностью поддерживаем. Дагестан, держись. Мы тебя любим, уважаем и поддерживаем. Так же всю Россию. Хоть нас мало, но мы в тельняшках. Дагестан, держитесь, мы с вами. Спасибо вам, ребята, что у нас есть такая республика Дагестан, что мы можем и хотим на вас равняться. Держитесь, очень вас просим.